Вот так мы постепенно развенчиваем слухи. Согласитесь, 3 года назад, если у вас лопнуло автомобильное стекло, это была великая трагедия. Но оказывается, все не так. Оказывается, стекло – это такой же расходный материал. Как и фильтр, как и тормозные колодки. Кстати, в некоторых случаях тормозные колодки стоят гораздо дороже, чем автомобильное стекло. Ну, оригинальные, на такие модели типа Mercedes там, и еще на что-то. Но мир не стоит на месте. Мир придумывает и совершенствует технологии. Естественно, говорить о том, что только оригинальные стекла производятся в мире, это тоже глупо. Теперь автостекло Вальберта развенчивает еще один слух о том, что неудобно ехать туда, на пересечение Советской и Комсомольской. Пожалуйста, в центре города, Автолюкс, заправка. Это не только великолепный бензин, это еще и великолепные стекла от автостекла Вальберта, теперь и в центре города. Страна Россия в большей своей части находится в Азии. И только голова в Европе, дурная голова. Европейские принципы лучше мало продать, но подороже. Кстати, в процентном соотношении в мировом товарообороте не делают никакой политики. Азия, а точнее Япония, Китай, Индия и остальные удовлетворили и одели и накормили оставшийся мир. Естественно, сидеть ждать у моря погоды или резкого употребления дорогущего металла – это разориться к чертовой матери. Естественно, желая зарабатывать, надо работать. Руководство сервисом автостекло Вальберта давно планировало экспансию в центр города. И оно это сделало. Рядом с ареной «Металлург» в комплексе с заправкой «Автолюкс» открылся дочерний филиал самой раскрученной на Южном Урале теперь уже компании «Автостекло у Альберта». Давно ждали магнитогорцы, сложно было доехать, некоторым жителям, особенно южных районов. Теперь стекло где мы можем поставить? Мы решили организовать филиал небольшой на улице Ленина по адресу 103. Это находится на заправке рядом с «Автолюксом». Благодаря тому, что люди многие жаловались, что мы находимся на отшибе, так сказать, что-то на куличках, ехать к нам далеко, тяжело. Ближе к спальному району мы решили организовать филиал. Вот он перед вами, работаем мы с 1 апреля. В этом филиале производится вся работа по продаже и установке автомобильных стекол, так как мы работаем по советской 20А. И так скажем, что за последние 2-3 года мы уже выросли не просто из установочного бокса. Мы сейчас можем предложить жителям, допустим, пригородов организовывать такие же предприятия, как у вас. И стекло, по какой цене вы ему дадите? У нас организованы оптовые продажи в мелкие мастерские, в магазины. И цены у них определенные. Завод, Борский стекольный завод, он определенную цену установил для мелкооптовых, для крупнооптовых потребителей. И поэтому у нас есть определенные ценники. Например, у нас берут стекла Фершен Пенуаз, Баймак, Сибай, Верхний Ураль. Что это будет перечислять? В общем, близлежащие районы, доставка в пределах 100 км у нас бесплатно производится. Мы рады тем, что с нами работает много клиентов. Когда японцы пришли на территорию России делать стекла, вроде сначала делались на самые распространенные автомобили. Сейчас какие стекла делают? Компания AGC делает сейчас стекла на все российские модели, производимые внутри России. Это раз. Затем они нам поставляют стекла, которые производят во всем мире. Это лучшая компания в мире, одна из крупнейших компаний в мире, которая производит стекла. Смысл покупать китайские, если есть отечественные? Да, разница с китайскими небольшая, но качество на порядок выше. Разница с лобовыми стеклами примерно 200-300 рублей. А качество, конечно, на порядок выше у AGC. То есть сроки доставки, а еще? Допустим, стекла на BMW, стекла Mitsubishi Lancer. Насколько оперативно работают японские конструктора и насколько много сейчас автомобилей может обслужиться у вас? Стеклами, которые сделаны в России? Тут как говорить, можно, практически все стекла производят, практически все стекла мы и вставляем. У меня таких проблем-то и не возникало никогда по стеклу. Была как-то одна американская машина, нету стекла. Мы ее заклеили, трещину заделали, клиент довольно уехал. Самое банальное, так это то, что многие хотят, но ни у кого не получилось. Сделать замену автомобильного стекла банальной процедурой, занимающий времени в некоторых случаях меньше, чем шиномонтаж, держать склад автостекла, щедро делиться им с потребителями. Это может сделать только этот сервис.
Косяки чужие устранять, своих не допускать и давать гарантию. Ну, попытайтесь. Находясь в самом центре города, этот филиал устраняет проблему поиска друга, чтобы отвезти вас по делам, и решает проблему убийства свободного времени, если у вас есть таковое. Можно и на коньках покататься и поглазеть, что можно будет купить на сэкономленные на каска либо ОСАГО деньги. А они, учитывая достойность цен, на дубликаты останутся. И тут понимать надо, что ехать далеко и не надо. Вот пересечение Орджоникидзевского района. Прямо рядышком с ареной «Металлург». Если вы еще не знаете, то вот с сегодняшнего дня вы точно узнали, что автостекло Альберта становится гораздо ближе. И все транспортные развязки – это здесь, в центре города, на проспекте Ленина. А пока, кстати, у вас меняется стекло, можете покушать либо в станице, либо съездить в кафе «Салтан». Тут-то совсем рядышком. Через полтора часа вам поменяют стекло, и вы уедете довольные.